В рамках недели иностранных студентов в Высшей школе иностранных языков и перевода Казанского университета состоялось открытие Центра латиноамериканской культуры Института международных отношений. Решение о создании такого центра обусловлено большим потоком обучающихся граждан Латинской Америки в КФУ. Для иностранных студентов и преподавателей было необходимым создание интернационального уголка, открытого для всех желающих. В планах развивать не только культурную составляющую, но и научно-исследовательскую. Мы планируем, что вот в рамках этого латиноамериканского центра мы будем знакомить студентов, преподавателей и всех, кто к нам приходит, уже с такой настоящей Латинской Америкой, глазами самих латиноамериканцев. Мне кажется, это будет интересно. Будем разговаривать о литературе, будем разговаривать о музыке. И не только о той, которая на поверхности, но и о той, которая, вот, скажем так, наиболее аутентичная. Будем говорить об истории, естественно. Будем говорить обо всем. Студентам представлена возможность глубже изучить специфику данного региона, познакомиться с преподавательским составом, носителями языка, а также встретиться с представителями дипломатических миссий. Для Казанского федерального особый интерес представляет налаживание партнерства с такими крупными странами Латинской Америки, как Бразилия и Аргентина. На данном этапе сотрудничество сводится к участию специалистов КФУ на различных международных научных конференциях, проводимых в Латинской Америке. В ближайшее время к нам приедет даже посол Бразилии. Мы очень надеемся, что вот этот центр станет для нас такой фишкой для того, чтобы показать, насколько мы развиты именно в латиноамериканском направлении. Сейчас в Казанском федеральном университете, в частности в Институте международных отношений и на подготовительном факультете, большое количество иностранных студентов, в том числе и из Латинской Америки. Мы пригласили тех ребят, которые занимаются изучением в области зарубежного регионоведения, международных отношений и специализируются именно на испанском, на португальском языках. По словам студентки Института международных отношений Лауры Каталины Пресиады Риус, приехавший в Казань 4 года назад из Колумбии, открытие центра ждала вся латиноамериканская диаспора. У нас не было места, где мы могли развиваться. Мы очень рады. Я не знаю точно, как будет работать, но надеюсь, что мы могли развиваться наши навыки. Написать статья для университета о Латинской Америке, потому что это очень важная тема для нас, даже для меня. Для того, чтобы стать членом большой латиноамериканской семьи, необходимо лично прийти в Высшую школу иностранных языков перевода Казанского университета по адресу Мартына Межлаука, 3. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Института международных отношений. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз.